Всем привет, сегодня начинаем проходить новую игру, называется Sprint Hunt. Вас похитили, вы очнулись на заброшенной станции. Чтобы выжить, вам нужно бежать. Собирайте сундуки и предметы, чтобы выиграть время. Вы готовы? Мы, конечно, готовы. Будем сопротивляться сиреноголовому. Мы бегаем по ЖД-станции, собираем всевозможные сундуки, монетки и улучшения для того, чтобы бороться с сиреноголовым. Он, видите, уже орет. Ищет меня. Там вдалеке есть пистолет. Его можно с помощью него остановить. И сейчас будет выстрел. Но стрелять нужно будет вот так. Здесь улетел. Также он в сцене останавливается. Очень красивый эффект. Продолжает сигнализировать. Ладно, потом его детальнее рассмотрим. Где мой рекорд? 8281 очко. Это пока что мой рекорд. Я побегал здесь, потренировался. Как я понял, самое главное — это искать пистолет. Потому что с помощью него мы сиреноголового останавливаем на очень большое время. Также, смотрите, в игре есть магазин. В самом левом верхнем углу. У похитителя сейчас кувалда. Также можно купить катану, булаву, биту или топор. Мы можем себе для спасения купить замедление времени, капкан и револьвер. Так, плюс 500. Пока что 2000. Это телепортационная дверь, смотрите. И мы оказываемся на досках. Если бежите и влетаете в дверь, то вы свалитесь с досок. Так, револьвера не вижу. Времени у нас еще навалом. Я вам советую просто всегда искать пистолет. Вообще всегда. Прям поставить цель себе, искать его. Не обязательно собирать сундуки. Их будете собирать, когда возьмете револьвер. Ну, я, видите, конечно, заодно собираю. Не вижу, не вижу, не вижу. Собрали. Да, время-то выходит. Там, кстати, была как будто бы плюс 1000. Нет револьвера, прикол. Это ты бежишь? Непонятно. Он только сейчас встал. Уже выдвинулся, ладно. Срезаем путь. Быстро на коробке. Никого не вижу вообще. Так, выдвигается за нами. Давай, забегай, молодец. Мы пока что искать пистолет. Плюс 1000. Также можно за рекламу восстановиться всегда. Приколюха, сейчас меня поймает, гад. И скоро будет вестись обратный отчет времени. Для того, чтобы мы спрятались от сиреноголового. Да йоу. Так куда ты уже? Заметил меня таки. Пистолета нет. Иди, иди ко мне. А мы выбегаем. Это очень полезный закуток. Телепортационная дверь уже не работает. Все, прячемся. Внимание, ищите место, чтобы спрятаться. И давайте выглядывать. Видите, по карте разбросаны сферы. Ну-ка, сколько у нас там? Не хватает до сокращения времени немножко. Всего очков 23 тысячи. Как это, собрано за все время? Да, в принципе, можешь же бегать. Мы же можем перебегать через эти сферы. Часы. Подбираем, сразу применять будем. Бам. И он будет медленным. Смотрите-ка, нам добавили шкалу замедления. Но сейчас сиреноголовый просто лишь медленный. Это не значит, что вы на него не напоритесь. Вот он, видите, идет. Конечно, если он устранен, то он будет просто лежать на месте. А сейчас он ходит, потому что он был жив в момент применения улучшения. Так, где револьвер-то? Непонятно, видите, какой медлительный. Телепортационная дверь. Револьвера просто нет, как будто игра баганулась. Ах ты, время на исходе, прикол. Все, засигнализировал, значит, заметил. Да быстрее давай. Перепрыгнули. Это наше место спасения, ну-ка. Ничего нет. Ищите место, чтобы спрятаться. А зачем? Если я могу и так все сделать. Так, тут пистолет был? Не было. И выглядываем потихонечку. Видите, не знаю, где я. Все, побежал, гад. Да йоу, то есть он намного скоростнее в этот момент. Хорошо. Будем возрождаться. Плюс 1000 сразу же. Но все-таки произошел очень странный момент. Я не вижу револьвера.
Похоже, когда нам говорят прятаться, он намного быстрее. Все, револьвер вижу. Ура. Только не исчезать. Все, взяли, есть. Ну-ка, издали. Атакуем. Есть. Ну да, здесь стрельба очень плохо работает на эмуляторе. На кнопку просто не стреляет. У нас теперь очень много времени. И 7200 очков. Скоро дойду до рекорда. Что мы уже можем купить? Замедление времени. Давайте накопим сейчас на новинку, на капкан. Хотя замедление времени тоже отличная штучка. Сундучок нас дождался. 150 очков. И они, как и монетки, могут исчезать. Смотрите-ка. Ездит колесная пара. Скорее всего, после обновления игры добавят новые локации. Либо несколько других персонажей. Кстати, колесной пары же раньше не было вагонной. Сейчас почему-то появилась. Получается, игра сама себя обновляет потихонечку. Что же будет, если мы еще немножечко поиграем? Может быть, так и появятся новые монстры? Все, заметил меня. Иди, 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 иди. Револьвера я не вижу. Можно монетку то есть взять и обратно вернуться. Вот так. Сейчас сразу за спиной кто-нибудь окажется. Отходим. Будем искать оружие. Но я до сих пор не понял, зачем же вы мне пишете, что нужно прятаться. Вот так. Он же не становится быстрее. А, убегаем. Заметил, гад? Йоу. Он уже стал быстрее. Быстрее, быстрее, быстрее. Йоу, я перепрыгнул уже. Вы были убиты. У нас хватает, кстати, на капкан. Ладно, потратим после рекламы. Покупаем капкан. Все, надеюсь, купили. Есть. Капканчик есть, револьвера нет. Оставляем капкан. Давай, иди ко мне. Ах ты, аж подорвался. Так то же самое. Только выгоднее это замедление времени. Мы же с вами больше очков потратили. Или у нас все равно 8 осталось? Что? Что за глюк? Всего очков написано 10 тысяч. То есть мы тратим из общего числа, а не из этих, которые видны. Давайте револьвер купим теперь. И револьвер есть, его искать не нужно. Все, собираем дальше. Главное, последуйте за шкалой. Его пробуждение. Монетка, спасибо. 200. Ну-ка. 1468, понятно. То есть мы копим совершенно в другом месте. Колесную пару разбомбить нельзя. Так, а сундуки всегда по 150 или нет? Да, и внимательны будьте, иногда появляются бонусы аж плюс 1000 очков. Возможно, бывает даже и больше. Шкала еще большая. Давайте уже заряжать капкан. Пусть прям на рельсах попадется. А, то есть я сам подорвался? Подождите-ка. Я с пистолетом крутился. Есть. У него сработал механизм как будто бы подрыва на мне. Но все равно капкан не баганулся. По итогу. Остался пистолетик. А за уничтожение врага нам дают какие-то бонусы или нет? Пистолет я вам не советую покупать, потому что вы его можете на карте найти, вот 1000 нашли. А так вы потратите очень много монет, аж 10 тысяч. Да, мы просто видим свой рекорд. А тратить можем в любой момент. Игра не забывает, сколько мы набегали за все время. С момента старта. Пистолет это, конечно, 5 с плюсом. На, сразу же издали. И увидели сразу сундук. 150 очка. Ах ты, телепортационная дверь в другом месте? Ведет в лучший закуток. Класс. Класс, ищем противогаз. Да, и шкала времени, конечно, отличная. Он очень далеко. Да успевай ты, йоу. Я еле как успел. Найдите место, чтобы спрятаться. Что за черная область?
А что если перед ним залезть на эти бревна? Ну пока классно. Ах, да как это? Появилась какая-то булава катающаяся. И меня устранили. Нет, конечно, возрождаемся. Капкан? Кто поставил? Или его надо взять? Ах ты, это капкан. Для меня. Вот как. На. Он уже закрытый. Есть, сработало. Мы так-то как бы себя устраняем. Отлично. Так, что можем еще купить? На катану не хватает. Давайте замедление времени. И у нас осталось 3400. Так, не касаться меня. Но если я сейчас применю замедление времени, вот этот маленький отрезочек, который прошло время, просто восполнится. Ну-ка, подходим. Вот и сиреноголовый. С молотом. Но где же у него глаза? И сейчас его будем останавливать до пробуждения. Монетка, до пробуждения, бам. И он опять-таки лежит. Но как бы ходит, смотрите. Он ходит. Вот это да. Такой баг точно будет исправлять разработчики. Пистолет, быстрее, 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 быстрее. Он какие-то считанные секунды на карте действует. На. Сразу получил. Я за временем просто не следил. И сигнализирует. За дверь. Револьвера не оказалось. Да, больше никаких орудий не появляется на карте. Кроме как колесная пара вагона. Самый эффективный пистолет. Это то же самое, что капкан, только в любом месте, прямо на ходу, можете применить. Что у нас еще есть? Мы, кстати, накопили там намного. Йоу. У нас хватает снова на замедление времени. Забираем. Давайте теперь его замедлим, когда он будет идти. Вот смотрите. И замедляем. Все. Плетется. Плетеный человек. Но все равно попасться ему можно. Мы замедленного устранили. Возможно, приведет к багу. Потому что это было наложение эффектов. Конечно, шкала не будет двигаться в два раза медленнее пистолет. Нам просто компенсировали его. Сундучок. Ищите место, чтобы спрятаться. Нет, я лучше метко выстрелю. 2000 плюсом. Йоу, нереально, да ведь? Я не взял. А может, ее можно устранить? Так как это? Взял таки. Я это сделал. Прям при вас. Ну-ка. Уже на что-то хватает? Да почему я путаю это? Розовые числа. Вот как. То есть это крайне сложно было. 4600 у нас быстрее побежали фармить. Нужно на время копить. А я-то думал, что ничего больше не добавят. Оказывается, добавляют. Так, у нас уже 4800 где-то. Все, скорее всего, 5 есть. Пятерка, покупаем. 61 балл остался. Пока что время не замедляем. Да, видите, у нас уже накоплены очки розовые. Были до этого синие, как бы холодные. Сейчас розовые. И скорее всего, если вы набираете 1030, допустим, или 40, это значение будет красным. Ах ты, нам нужна телепортационная дверь, по идее. Получается, его нужно брать прямо отсюда, что ли? А как я убегу? Да никак. Нас никто подсадить не сможет. Нам нужна телепортационная дверь. Видите, сундуки на карте не появляются, пока мы данный сундук не возьмем. Вот как хитро. Монетки-то постоянно сыплются. 23 800 накоплено. Хочется накопить 30 тысяч. Кстати, давайте сейчас рискнем пробежаться здесь. Я же все равно могу возрождаться в любой момент. Ах ты.
Меня, кстати, сейчас возродят здесь, смотрите. Есть, добежал. Не потребовалось второе возрождение. Теперь сундуки спавнятся везде. Все, вижу сундук. Понятно, почему они исчезли, потому что я его не забираю. Быстрее, 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 быстрее. Есть, забрали. Да на. Улетел. Опять-таки в момент особой опасности, когда нам нужно было прятаться в эти сферы. Видимо, скорость немножко повышается у сиреноголового. И запрыгиваем. Взяли двухсоточку. Сундуки стали появляться в более сложных местах. 26900. 27. Телепортационная дверь также давно не появлялась. Возможно, находится совершенно в другом месте. 29000. Еще 1000 осталось. Плюс она может натикать, и вы просто же можете в хитром месте стоять и дурить маньяка. Но так очень много времени вы будете это делать. Если бегать, то соберите быстрее. Вот как. Подождите. А как мы все заберемся? Они усложнили задачу. А, со скамеечки. Понятно, класс. Даже паркур добавили. Смотрите-ка. Игра обновляется, как я говорил, в прямом эфире. Плюс 5000, давай. Есть. Сколько? Розовые числа все-таки. Все-таки розовые. Давайте накопим на капкан тогда. У нас цели просто меняются, раз мы 5000 подняли. Ю! Вот как, что? Обнова пошла. Так, то есть усложнили настолько игру. Просто катаются уже булавы, где хотят. Ну-ка, смотрим. Все понятно. Монетка. Но если скажут прятаться... Булава даже здесь бывает, да? Револьверчик. Есть взлетка. Давайте последим за булавой. Так, он нас как будто бы заметил. Еще револьвер. Я просто уже не останавливаюсь. Видите, что меня привлекло? Что катаются булавы. А, то есть она за мной летает? А, нет, она по кругу летает. А я подумал, что это как лонгольер. Еще пистолет. То есть у нас два пистолета было бы. Что если взять? А, у нас только 10 патронов, понятно. Мы патрончики подбираем. Хорошо. Ну-ка, стреляю. Да, он изредка стреляет. Ну-ка, тебя. Да смотрите, как хочет, так и ездит по воздуху. 35 тысяч кубиков. Сирена головой сейчас будет выдвигаться за мной. С такого расстояния. Я, возможно, вам как-то это монтирую, чтобы не показывать полностью весь путь, как я дошел до 40 тысяч очков. Видите, навык растет, уже меньше попадаюсь. Ах ты, эти по 100 пошли. Так смотрите, игра просто поменялась. На глазах меняется. Они это сделали. Молодцы. Плюс 500 сразу же. Что я могу купить уже? Смотрим. 11 тысяч у нас очков. Давайте купим ему катану тогда. Давайте посмотрим. Да, уже катана, ура. Пробегаем. Но меня бы успокоил револьвер. Его, конечно же, здесь нет. Сундук, и время истекает конкретно. Все, время истекло. Где ты? Телепортационная дверь. Куда же она ведет? Сейчас посмотрим. Его. Возможно, это новая дверь. Так, он, кстати, не орет. Это что значит? Вам нужно спрятаться. Смотрите, его затирает. Мы с вами нашли новый прикол. Пока что просто ждем. Револьверчик, ура, спасибо. На. Взлетка.
самый ответственный момент, опять-таки. Вот сейчас бы револьвер найти, и после этого просто встать в этом месте. Похоже, это баг. Ну ничего себе, я не ожидал, что игра будет меняться. Они, видите, добавляют новые эффекты. Прямо по мере прохождения игры. Она не такая простая, как кажется. На сундуке прилег. Супер кадры. И свалился, да, видимо? Да, вот у нас нет револьвера. А он очень нужен. Там монетка с сундуком. Смотрите, все ускорилось. Раньше нам почти ничего не давали. Вижу сундук. И часики! Это такая редкость. Забираем. Так все интереснее и интереснее играть-то. 40 тысяч. Очки все еще не красные. Фантастика. Смотрите, что вообще творится. Плюс 1000. Она может быть, кстати, несгораемая. Так, они просто нас засыпают теперь. А, так добавили вторую колесную пару. Давайте дальше играть. Мы не будем с вами останавливаться. Это для тех, кто хочет испытать себя на максимуме. Ай, ё. Замедляем. Все, ты замедлился. Молодец. Колесная пара. Плюс 1000. Или сколько? 1000. Так, он меня сейчас поймает. Проходим. А мне нужен пистолет. Дотянулись. Есть. Вот это я теперь играю. Так, колесная пара. Ну хитро. Уезжай. Мы за ней потихонечку. Монетки исчезают, а вот сундуки нет. Поэтому их берите в последнюю очередь. А, то есть ты уже побежал. Пока прячемся. А может так? Попал. Это был прям настоящий хедшот. Топового уровня. Кстати, игра стала интереснее к концу. 50, ну-ка. Желтые цифры, точно. Я так и думал, что цифры изменятся. Ничего себе, я уже играю. Исчезла прямо перед нами. Что у нас есть? У нас 8000 очков. Давайте капкан купим. Что если капкан поставить на него? Он же сейчас начнется прямо здесь. Смотрим. Смотрим, что будет. Есть! Сам напоролся, когда попытался убежать за мной. Мы с вами дошли до 50 тысяч очков. И скорее всего это максимум по количеству объектов на карте. Видите, у нас есть две колесные пары. Вот вагонов. Также две булавы на карте. Давайте мы с вами на этом видео закончим. Сегодня изучили новую игру на канале, называется Sprint Hunt. С вами был Топси. Всем пока.